Ну что, ребят, Синдрос, всех привет! Мы продолжаем проходить Сома. Мы прошли вот до этого момента в прошлый раз. Вот в подобном мире с вами были, и это как бы очень странно. Вот. Интересная игрушка, очень довольно-таки такая мрачноватая по атмосфере, очень мрачная. Вот, но пока с Кремлёв счастья не было. Счастья с Кремлёв пока что не было, поэтому, не знаю, будут, не будут. Посмотрим, поэтому Саш подобный, нельзя отходить сюда, именно. Я там где-то кушаю, наверное, щепить какие-то лепетя воды при одном просмотре, а мы, собственно, начинаем. О, привет! Так, шо, мы здесь остановились? Бля, может, нам не надо туда? Финал, если, ну, очень ожидаемый для меня финал будет, если, ну, мы типа, нас шлем снимут, и мужик скажет, что они, типа, ну, хотели давно исследовать, типа, вот эту, ну, легенду, не легенду, давно вот это вот, да, весь этот корабль, всю эту ситуацию хотели исследовать, и при помощи вот этого шлема можно возвращаться, типа, в прошлое исследовать, и при помощи, типа, нашего главного героя все исследовали и поблагодарить его за помощь. Вот. А он будет скажет, что? Кого? Это будет очень жесткий финал. Это будет, ну, в плане жесткий финал того, что у нас, что это все не по-настоящему, да? Вот, пока что у меня такие подозрения, но я не знаю, какой будет финал, честно. Не знаю, потому что я, ну, проходил тот момент, где прям с самого начала только и все. Больше не проходил, что это хуйня, я не знаю. Вот. Но говорю, это будет прям такой ожидаемый для меня финал. Будет прям очень ожидаемый для меня финал. Бля, что это на? Подожди. Я могу, ну, обязательно ее вообще трогать? Костюми кому-то, блядь. Господи боже, что это? Я не знаю, брат. Блядь, напишите в комментариях, я обязательно эту тему трогать или нет? Охуенно. Ну погнали, чё. Подожди. Блять, где? А, да. Поехали, ебачо. Сохраняем. И что он нам тут, блядь, даст? Что нам сюда найти? Блядь. На ёб... Нам либо он туда? Да. А что здесь? А, это вернуться назад, да? Все, блядь, так можно убрать. Ну я, блядь, напрямую нормально. Хуйнул, нормально. Хуйнул напрямую и нормально. Но тут прошел же, прошел. Значит. Никакой там стены нет. Ебать, что это, блядь? Черная какая-то жижа. Обслуживание, да? Да. Ну там же опять этот робот, скорее всего, да, будет, чи не робот, блядь. Блять.
бензин. Что творится здесь? Ты понешься. А, ну все ради этого что ли пришли? Ну и с ними побазарь. Ну сука, давай, блядь. Давай, блядь, что тут нахуй? Смотри, все темнее стало намного. Сейчас, значит, тут робот, чей робот появится. Мне почему-то так кажется. Падас 2, затапливаем шлюз, набор для ремонта, дублексный насос 2 штуки, универсальный очиститель 1 штука, набор вентилей 5 штук, прокладки 10 штук, ударные гаечные ключи 1 штука, универсальные трубы 4 штуки. Хорошо. Блин, ничего, ничего, поедешь что? Шаттл G6 активирован, режим готовности. Поехали, ебать. Вы находитесь эпсилон лямбда. А, то есть можно так кинь? Можно стоит так передвигаться. Поехали, блядь. Ебать, шо мы куда перемещаемся, юмор? Это типа метро, да, такое? Типа метро. Добро пожаловать на Патос 2. Вашу дорогу к звездам. То, что началось в 60-х, как проект по Гурине, сейчас стало базой для космической пушки Омега, самого доступного в мире способа запускать спутники и зонды для исследования космоса. Уникальное положение в Атлантическом океане позволило разместить тут гигантскую электромагнитную пушку длиной более 42 километров, которая может безопасно запускать снаряды, не повреждая груз взрыва. Также проводятся многочисленные исследования в области океанологии, в том числе по гидропонике, турбулентности и глубоководному строительству. Сейчас мы покидаем Эпсилон и отправляемся на Лямбду. Лямбда – это транспортировочный узел Патоса-2 и его пристань. Оттуда идут поезда ко всем другим станциям и транспортным оборудованиям. Давайте полотно. Блять.
еще вода, блядь. Охуенно. Пиздец. На прикольно, кстати, сделано. Поворачиваешься, да? Кто звонит, ёпта? Вот это меня вообще не устраивает. Меня так вообще не устраивает. Саймон! Саймон, вы там? Кэтрин, это вы? Я уже был в пути, но потом поезд, он сломался к чертям. Вы в порядке? Система говорит, что секция перекрыта из-за возможных пробоин. Нет, я не в порядке, что вообще со всем миром случилось. Почему мы под водой? О, да вы совсем с толку сбиты. Об этом пока не волнуйтесь. Я понимаю, вот в замешательстве, но лям-то уже скоро. Только не останавливайтесь. Как близко? Пешком дойду? Да, но тоннель заблокирован, чтобы уберечь постройку от обрушения. Вам надо найти в своей секции технический люк. Он выведет наружу. Технический люк. Без проблем. Что это? Что здесь происходит? Мне пора. До встречи, Саймон. Бля, что-то скрывает от нас. Что-то она от нас скрывает явно. Кэтрин, вы в порядке? Да, значит, от нас... Что-то от нас скрывает, слушай. Что-то прям скрывает, реально. Реально скрывает. Лево. Ну вот он, да, это он. Это технический люк. Да, вот, ну. Так, это мы нашли. Пошли тут добежим. Не знаю, стоит их трогать, не стоит, блядь. Давай. Делаю, что трогает. Может быть, нет. Я разбился подряд, и поэтому, ребят, не видел ваши комментарии, поэтому пишите обязательно. Стоит их трогать? Нет. Чешо. Я-то не знаю. Какой-то костюм еще, ебать. Или просто... Туда нахуй. Он пиздец. Какие опять были случаи идти, блядь, по москву беру. Блять, куда идти, хуй его знает. Я же смогу найти лямду, правда? Нет, блядь. Хотя тут океан, конечно. Ты тебе базарю, ты пиздец, блядь. Ёпа. Жаль, блядь, хули нам. Это робот был здоровый, чё робот, не знаю что это. Сейчас смотри, всё под водой работает прям. Не знаю, правильно мы вижу, неправильно. 30-50 метров, наверное, да? Охуенно. Бля, мне не нравится, что темно. О, это что? О, лямбда. Куда, брат? Скажешь, может? Куда нам? Что это там шумит? Ой, иди в пизду, блядь. Ебись там. Пошел ты нахуй. Иди сюда, блядь. Я твой рот шатал. Пошел нахер. Чего? Стой нахуй, вообще.
Что это там шумит, блядь? Как нам туда прийти-то? О, блядь, смотри. Лямбда. Это, наверное, Лямбда. Где сейчас Кэтрин? Да, да. Костюм ему хочешь сказать? Видите. Не подходи! Это важно! Нет! Ты чего, блядь? Ёбнул, что-то совсем? Кэтрин? Блядь. Не смотрите на него. О, блядь. Что это за хуйня? Вы в порядке? А то мне помощь нужна. Смотрите на него. Еще. Ну, вы где? Хорошо, держитесь. Что с тобой, ёпта? Нет, и вы тоже. Я так надеялся, что хотя бы вы человек. Да не смотрите на электронику, я была человеком. Я так больше не могу, это какой-то бред. Я сдаюсь, что еще мне осталось? Успокойтесь, еще не конец света. Точно? Вообще-то похоже на то, я так понимаю, что только я и остался. Вы о чем? Я же тут. Вы поймите правильно. Я хотел сказать, из людей один остался. Вы сами-то себя видели? Вы ходячий и говорящий водолазный костюм с электронной начинкой. Я... Не хотите об этом думать, а пора бы начинать. Я... Не хочу я больше ничего делать. Не хочу я так жить. Я хочу уйти. Пока вы не наделали тут дел, можете мне помочь? С чем? Я пыталась выяснить, что с моим проектом, пока ты там был, не повалил меня на пол. Проектом? Да кому нужны проекты, если ты знаешь, что ты глупый робот в глупом мертвом мире? Я прошу, почините меня, чтобы я вернулась к работе. Потом можете дуться сколько хотите. Да вы шутите, да? Я раньше себе машину времени соберу, чем вас могу восстановить. Мне нужен доступ к компьютеру. О, это у вас умный инструмент. А, открывалка? Я его на Эпсилоне нашел, когда очнулся. Он как раз подойдет. Вставьте его в терминал. Да, как скажете. Когда умный инструмент загрузится, вставьте в него мой мозговой чип. Что это за чип? Вы поймете, он наружу выйдет. Берите его и вставляйте в умный инструмент. Ну уже, все, мне больше ничего не нужно. Ладно, как скажете. Кажется, ты пиздишь. Терминал Лямбды номер 27 активирован. Умный инструмент готов. Тут ничего сложного. Возьмите чип и вставьте в умный инструмент. Почему чип из робота подходит к открывалке? Это стандартный раз. Кэтрин. Короче, давайте попробуем. Да, так понимаю, короче, вот эти, да, всякие роботы, чьи не роботы, хп-шку отнимают. Вообще, реально хп-шку отнимают жестко. Пользовательский энцефалочип найден. Отключение, помощница Джейн. Всего вам хорошего. Лём, туда почти все входит. О, странное чувство. Я в инструменте? Спасибо. Ну, а что у вас за проект? Мой проект? О, ну, я сохранила всех людей на станции видеообразов мозга и поместила их в искусственный мир. Мы собирались запустить его в космос, чтобы спасти... Ну, вот от этого всего.
Вы хотите сказать, что собирались запустить в космос компьютерный мир, населенный людьми? Да. Сначала это был просто особый проект, но когда упала комета, все стало серьезнее. А потом дошло и до того, что ему дали официальное название — Ковчег. А что, логично. Далеко продвинулись? Не знаю. Вот это моя версия, Это из очень раннего сканирования. Живая Кэтрин вполне могла уже закончить проект и запустить его. Она еще даже, может быть, жива. Ха, странная мысль. Хуя. Значит, говорящие роботы. Это тоже вы сканировали? Возможно, но я сомневаюсь. В таком случае они были бы разумнее. А, вот, наконец-то. Что происходит? Мне удалось восстановить часть данных с резервного сервера. Сейчас все узнаем. О, вы можете сделать мне одолжение, зайти в другую комнату и посмотреть? В таком состоянии я файлы проверить не смогу. Мне нужно удостовериться, что ковчег цел. Конечно, Кэт. Спасибо, я открою вам. Ой, брат, спасибо, Это я забираю, да? Что вы там говорили? Вы из Торонто? Да, я пришел на томографию, а потом раз, и я уже здесь. Бессмыслица какая-то, как? Зачем сюда кто-то пронес образ из Торонто? Ерунда, если я скажу, что томография была в 2015-м. Ого. Проверьте компьютер в другой комнате. Блять, ну конечно понял, ты хпшки, ладно, надо хп. Ага, в другой комнате, блядь. Они здесь, ли? Блядь, мне нужно хпшек срочно, прям. Ничего не понимаю. Что? Простите, все пытаюсь понять, как вы сюда попали. Отлично. Мне бы очень хотелось узнать, кто придумал отправить канадца на дно моря. Ну, тоже, блядь, интересно. Саймон! Кажется, он вернулся. Осторожно. Я не знаю, выдержите ли вы еще удар. Мать, ты ничего не выдержал. Я сейчас понял, на него просто не смотреть. Хпшечка, давай. Все, хпшечку активировали. Уже хорошо. А, ебать, что? Нахуй. Я же попросила. Проверьте компьютер в другой комнате. Какой, блядь, другой? Ты что, я думал, мать? Кругами хожу. Какой компьютер нахуй? Ебанешься. Пора бы вам прекратить привлекать к себе внимание. Успокойся, хорошо.
Не понимаю, какой компьютер, блядь, какой комнате нахуй. Здесь-то просто нихуя вообще не работает, видишь? А что тут случилось? Существо было каким-то слишком властным. Да, оно буквально взорвалось электромагнитным излучением. Это для нас плохо, да? Как минимум неудобно. Сильно нарушает восприятие. Понятно. Блять, ты можешь мне объяснить, в какой комнате компьютер, блять? В этой, блять? Ну, понять, блядь. Здесь была хпшка, честно. Что случилось с башней, с пристанью, с приветственным центром? Какой башни? О чем вы говорите? Там все в развалинах. На всех камерах помехи. Это так странно. Да нихуя не вижу. И виденного выхода нет, долбанная комета убила планету. Да. Вас тут изолировало. Нам еще повезло. Я нихуя, правда, не вижу. А, бля, мы уже фонарь включить. Ёба. Что? Ничего, не важно. Я думал, чё, блядь, ничего нет, можем фонарь же включить точно. Не, нахуй, да, лучше выключить. Блять, не просто там вот это давит. Так, где какой компьютер нам нужен, ёпта? Здесь компьютер выключен. Значит, нам вон туда, да? Ты можешь мне это откроешь, что это хуйня? Так, это туалет.
проверить компьютер? Да, есть ли что про ковчег? Нашел трекер, настроенный на ковчег. О, умно. Интересно, это я додумалась? Он еще работает? Мне нужно знать, в каком он состоянии. Кажется, да. По крайней мере, что-то делает. Где он? Подождите, пытаюсь найти. Хоть бы он был цел. Ебать, что? Слышал? Я нашел. Он на станции Тау. О, нет. Она на Земле. И так близко к Фи. У них почти получилось. Черт. В таком состоянии он долго не протянет. Максимум лет 20. Маловато для создания будущего. Если мы туда доберемся, сможем попасть в ковчег? Да, наверное. Но я сейчас не очень транспортабельна. Здравствуйте. Вы считаете сообщение, вы приняты в проект «Ковчег». Цель данного вопроса – помочь разработчикам лучше понять ваше субъективное восприятие и получить возможность делать ваше участие в проекте лучше. Просим вас прийти непосредственно к вопросу. Как вы писали бы фильм, сука? Ну, let's go, тест ебать, да?
Так, я чувствую себя нормально, я чувствую, ага. Как вы описали свое психическое состояние? Охуеть, блять. Нормально. Что для вас, тот факт, что вы больше не являетесь человеком строгим? Пусть будет так. Вы думаете, будет ли эта новая жизнь полноценной и достойной для того, чтобы ее прожить? Верно ли, что вы бы скорее предпочли выйти из проекта и принять? Нет, блядь, еще вон. Из ковчега? Да. Ранние варианты виртуального мира. По виду куда уютнее, чем здесь. Я вас отнесу. Я могу двигаться, прыгать, плавать, ну, вроде как. А вы сейчас в открывалке, во мне инструменте. Я вас туда принесу, и вы мне скажете, что делать. Звучит очень рискованно. Да и не хотелось бы, чтобы вы меня носили. Бросьте, Кэтрин, вы же этого и хотели. Это ваша финальная миссия. Давайте запустим ковчег. Ну, нужно найти способ спуститься в бездну. На подъемнике нельзя без энергокостюма. Придется идти на Тету и молиться, чтобы Данбет еще работал. Ладно, значит, идем на Тету. Там путь не близкий. Кэтрин, посмотрите вокруг. Что нам еще остается? Может, есть еще действующий поезд, который отвезет нас на Тету? Вряд ли. Вы пока осмотритесь. Когда будет нужно, я туда дойду. Хорошо, сейчас я отсюда вылезу. Не забудьте меня забрать. Я не забуду. Можно вынимать инструмент? Сейчас. Только не забудьте меня опять подключить куда-нибудь. Хорошо. Удачи, Саймон. Чё, куда нам? Обратно, что ли? Ну, обратно получается. Thank you.
капсула Кюри номер 4. Эй, слышите меня? Я вас слышу. Запустите эту штуку. Минутку, сейчас попробую. Простите, не выйдет. Попытались? Это капсула с Кюри, с корабля, который ходил между Лямбдой и Лиссабоном. Кажется, рядом и сам затонувший корабль. Может, внутри будет еще одна капсула? Хороший план. Я сохраню охранную информацию и обновлю вам инструмент. Вот, теперь должно помочь. Здорово. Где-то, короче, рядом с затонувшим кораблем. Уеду. Мы возвращаемся. Бля, ебать просто, я лохую. Ну там что-то есть. Чё это? Сказал на него не смотреть, все, она сказала на него не смотреть, я не смотрел. Я нахуй его послал и, ну как послал, блядь, просто убежал. Блядь. Нахуй, блядь, и все, блядь, хули на голову. Где-то, блядь. Ну, вот самое интересное, я хуй знает, куда идти нам. Блядь. Ёбаная эта тварь. Что, блядь? Блядь, иди в пизду, нахуй. Хуй соси, блядь. Блядь, испугался его. Стоит он, блядь, смотрит нам. Хули, смотри, ёбаного, нахуй. У нас устанавливает кого-то устанавливает. Ну похоже, типа, вот как будто на, типа, на наш, да? Вот костюм на наш какой-то похож.
Блять, куда нам, ёбаный, блять, чего видеть, куда нам нахуй, чего нам нужно? Кого, блять? Не понимаю, куда идти. Бля, мне не нравится нахуй. Ну иди в пизду, блядь. Ну я сказал, ну просто не смотреть. Ну, ну будем смотреть хуй. Не понимаю, куда нам идти-то, блядь. Урод, куда мы идем? Я хуй его знаю. Даже вот не ходим, блять, ну фонарик, даже нет смысла в фонарике, блять. Я вот сюда, да, блядь. Стоит что ли, блядь? Блядь, ну вот хоть кто-то подсказал бы, куда идти, ёпт. Нет, нихуя не нравится. Тут затишье ебучее, мне вообще не нравится. Нужно этот корабль, я правильно понимаю? Акулы всякие плавают. Блять, нам вот на эту хуйню что ли надо или что, блять? Вон. Ну как-то попасть-то, блять. Ладно, хуй с ним, пошли сюда. Нет, нам это нихуя не дает, нам вот сюда надо. Блять, ёпта. Ой, чё видно, говорю, блядь. О, у вас виднее, ебать. У вас виднее намного, мне вообще нихуя не слышно, не слышу, блядь, сюда, не видно, блядь. Вообще нихуя не видно, блядь. Куда идем? Нахуй какой. Как на него попасть-то, блядь? Мы же просто кругами ходим. Может, на эту хуйню забраться чё? Подожди, блядь. Нет. Ну вон, я вижу шлюпка, я вижу ее. Вот она, блядь. Вот наш, блядь. Понятно. Игра. Спасибо тебе, игра. Блять, а можно нахуй? Два дойка, поднимаемся, ёпта. Что нахуй?
Да ебать, ну. Это ну издеваешься. Смотри, сохранялки не было, кстати. О, сохранение. Сохранение у нас там. Все, мы прошли. Найдем целую спас-капсулу. Да, ты думаешь, так легко это ебать? Одежда какого-то хуй здесь, блядь, что-то делает. Давай мы с тобой здесь остановимся, ну его нахуй, блядь. Серия так длинная уже. За просмотр. Такая серия была. Телеграм-канал на ваших экранах. В описании есть там инсайды и у меня видео. Просто так и все. Больше ничего такого нет там. Ну, спасибо еще раз за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. Тебе не сложно, мне приятно. Реально поддержка мне. Огромное спасибо, кто это делает. Заранее, реально от души. От души. Вот. Блин, прикольная игрушка. Мне прям нравится. Мрачноватая, блядь. Чуть-чуть пугает, но... Таких прям, чтобы скримеров, как, блядь, ну, реально, как в другом каком-нибудь ужастике, прям, ну, банально, нет такого. То есть, нам прям атмосферы давит. Это прикольно, кроме, прикольно. Вот, спасибо за счет за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.